Всем здравствуйте! Мы находимся на мосту реки Попёр. Ранняя весна. Птицы поют. Вода на реке спокойной. Ждёт наводнение. Над рекой расстилается туман. Обзор сверху моста на реку прекрасен. Слушая пение птиц и глядя на воду, спокойно наблюдаешь за природой. Идет расслабление, и ощущаешь себя полной умеренности, спокойствия. Скоро воды этой реки выйдут из берегов, если будет полноводие. Слушаем трели соловья и пение других птиц. Маленечко приостановимся в разговоре. Туман над водой, деревья еще не зелени. Сходим с моста к берегу реки. Вот так выглядит наш Попёр с берега реки. Скоро будет все прекрасно, когда все будет зеленый. Вода спокойная, тихая, течение замедлено. Ну вот и все, маленький рассказ о реке.